Большая энциклопедия природы. Я Заяц, добро пожаловать в Большую энциклопедию природы. В этой книге рассказывается о мире животных. И в каждой главе мистер Медведь поведает вам историю о каждом из нас. Давайте, нельзя опаздывать. Детки, держитесь вместе, не отставайте. Сейчас будет порожек. Готовы? Прыгаем. Давай, прыгай! Давай, давай! Что происходит? Простите. Теперь у нас новая книга. Истории медведя всегда такие интересные. Такие же интересные, как и мы. Где он? Я его не вижу. Должно быть, он добрался до меда на пасеке. Я так хочу послушать его истории. Он идет, я вижу его. Скорее, прыгай. Вижу, вы все в сборе. Итак, сегодня мы открываем новую главу Большой энциклопедии природы. Я поведаю вам историю про зайца. Ни на что негодные птицы! Я тружусь целыми днями, а вы что делаете? Прилетаете и все поедаете. К тому же, уже столько времени не было дождя. Как у тебя дела, мой друг? Чудное утро, не правда ли? Здравствуйте, Аэст! Я тебя не заметил. Ты, как всегда, работаешь. Я слышал, как ты ругался. Что произошло? Птицы едят мои семена. Не стоит так расстраиваться. Ах так? Что же делать? Сесть и аплодировать? Ты все время крутишься, как юла, и одновременно хватаешься за пять дел. Поэтому попадаешь в неприятности. Затем начинаешь злиться. Почему бы тебе не отдохнуть? Возьми удочку, сходи на рыбалку. Похоже, это неплохая идея. Гарольд, присаживайся. Отличный день для рыбалки. Мне тоже так кажется. Клюет! Какая огромная, смотри. Поймал. Проклятие, прости, она вырвалась. Поймал. Хорошо, а то я чуть не разозлился. Гарольд, закидывай здесь. Только посмотри, мелюзга! И что мне с ней делать? Водоросли! Успокойся, а то ничего не выловишь. Это мы еще посмотрим.
Куда ты? Эй! Питер, куда ты так спешишь? На велосипедные соревнования. Погоди, что за соревнования? Ежегодные соревнования в деревне, глупыш. Пока! Я быстрее любого поросенка, это точно. Я быстрее всех. Я хочу выиграть приз. Да, это было бы превосходно. Я выиграю главный приз. Вернись, Гарольд. Твоя леска под водой цепляется за мою удочку. Простите. Так, внимание, занять места, приготовиться. Get set. Гарольд, что ты делаешь? Привет! Я соревнуюсь. Ну, тогда удачи тебе, только смотри, не разозлись. Они в моей пыли. Проклятие, проклятие, проклятие! И вот перед нами победители сегодняшнего соревнования. Давайте им поаплодируем. Проклятие. Проклятие. Гарольд, что с тобой случилось? С тобой все в порядке? Нет, колеса сломаны. У меня никогда ничего не получается. Нужно позаботиться о растениях. Только посмотрите, что с ними стало. Гарольд, что случилось? Почему ты так расстроен? Ой, я пытался сделать 100 вещей одновременно и забыл о растениях. Теперь они завяли. Да не переживай так. Теперь ты все понял, верно? Займись растениями, полей их хорошенько, и все будет в порядке. Вот увидишь. Ты так думаешь? Конечно! За дело! Вот, пейте, ребята. Растите большими и сильными. И вот через некоторое время земля с увядшими растениями превратилась в превосходное поле подсолнухов. Наш друг Гарольд научился концентрироваться на одном деле и выполнять его хорошо. Он никогда не забывал урока.
Организаторы соревнования должны перекрыть магистраль на 12-м километре. Гонщикам придется объезжать участок. Спасибо! Удачи в соревновании, Вилбур! Спасибо, спасибо, спасибо! Thank you, thank you! Here you go! Yes! Сэр, это изменения на трассе. Я и так все знаю, что мне нужно. Это очень важно, вы должны прочесть. Такой опытный гонщик, как я, и так все знает. Мне не нужны глупые правила. Нужно ехать прямо, а на 12-м километре свернуть направо. Если собираешься руководствоваться инструкциями, ты проиграешь соревнования. По местам! Готовы? Слушайте внимательно, мне нужна гонка без аварии. Вот два автомобиля, красный и синий. Что касается мощности, передачи и тормозов, они полностью одинаковые. Компьютер выбрал для вас наугад, и вот результаты. Вилбур поедет на синем, а Феликс на красном. Теперь мне лишь осталось пожелать вам удачи. Пусть соревнование пройдет великолепно. Займите свои позиции и приготовьтесь. Приготовиться! Анимакс! Нет, 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 назад! Sorry. And... Вперед! Пока, черепаха! Я уже предвижу конец. Рановато! Скоро должен появиться знак. Нужно не забыть свернуть на запад. На такой дороге нужно замедлить ход. Но это не важно, ведь кота даже не видно. Я же не мог проехать, не заметив его. Он поехал не туда. А я свернул куда следует. Я самый лучший. Бедняжка, он пожалеет, что не посмотрел на изменения. Вот и финиш. У меня получилось, я выиграл. Ура! Что случилось? Почему Вилбура нет? Даже не знаю, что сказать. Я отдал ему копии изменения маршрута. Может быть, у него лопнула шина? Феликс, я ничего не понимаю. Почему Вилбура до сих пор нет? Потому что он не свернул. Нужно немедленно его отыскать. Разверни автомобиль, а я пока подожду. Садись! Подождите меня! Давай, Хавард, запрыгивай! Держись крепко! С каждой секундой финиш все ближе! На 20-м километре свернем на другую дорогу.
Что это за знак? О, нет! Это конец пути! Боже мой! Ты видел? Ему нужна помощь. А? Кто это? Посмотрим, остались ли следы. О, смотрите, следы от шины, они ведут к обрыву. Неужели он перевернулся? Нужно немедленно послать по радиосигнал о помощи. Может быть, кто-то под водой услышит и спасет его. Хорошо. Прием, прием, раз, два, раз, два, три. Внимание всем, кто нас слышит. Один из наших гонщиков упал в воду. Пожалуйста, безотлагательно окажите ему помощь. Это очень важно. Мы должны помочь ему. Но как же вытащить его? Его автомобиль из воды. Итак, ты упал с обрыва вместе с автомобилем, теперь не можешь его завести. И это ты называешь продуманным действием? Послушай, это крайне важно. Я хочу, чтобы ты перетащил его сюда, понял? Будет сделано! Нет, чем не беспокойся, приятель. Наш краб-механик самый лучший. Он чинит все, что угодно. Твой автомобиль будет как новенький. Как окажешься на берегу, сможешь продолжить участие в гонках. Итак, посмотрим, что здесь у нас. В чем проблема? Ну, здесь ничего страшного. Починим за 2 секунды. Ну вот. Только не жди чуда и не заводи его, пока не окажешься на берегу. Даже не смотрите на меня, я ни за что не смогу вытащить отсюда автомобиль. Об этом не беспокойся. У нас есть подруга, которая специализируется на тяжелой работе. Она с радостью поможет. Не за что, приятель. Удачи тебе. Найди Граверу и скажи ей, чтобы она приплыла сюда. А также отправь по радио сообщение о том, что и водитель, и автомобиль спасены. Будет сделано. Я получил сообщение. Чудесные новости. Смотри. Дай-ка взгляну. Чудные новости, его спасли. Мы можем увидеть его в любую минуту.
Замечательная работа! Наконец я могу говорить! Как здорово! С этого момента я всегда стану прислушиваться к советам. Заяц. Какое место занимает заяц среди животных? Это млекопитающие из отряда зайцеобразных и семейства зайцев и рода лепус. У них длинные уши и хорошо развитые задние лапы. Сколько видов зайцев и где они обитают? К роду лепус принадлежит около 40 видов, среди которых есть обычный заяц, обитающий почти на всей территории Европы, Западной Азии и Юго-Восточной Африки, а также чернохвостый кролик, обитающий в Америке. Какой образ жизни они ведут? Зайцы живут в одиночестве и активны по ночам. Они роют в земле норы, в которых прячутся днем. Зайцы очень пугливые животные. Как они передвигаются? Зайцы передвигаются прыжками. Благодаря тому, что их задние лапы длиннее передних, они могут развивать большую скорость. Чем они питаются? Разнообразными растениями, но больше всего любят капусту. Как они защищаются? У зайцев много врагов. Собаки, лисы, лесные кошки, ящерицы и хищные птицы. Чтобы от них спастись, зайцы убегают. Какая у них связь с людьми? Не очень хорошая, потому что люди издавна охотились на зайцев. Могут ли они жить в городе? Нет. Только в неволе. Итак, вы все усвоили? Мораль всей истории такова. Хотите достичь хороших результатов, концентрируйтесь на одном деле. О, смотрите, кто к нам спешит. Фильм подготовлен на студии Warm Sound. Перевод Елены Поповой, звукорежиссер Сергей Лалетин, текст читали Мария Косяк и Лев Редник.